Всем привет! С вами прогноз погоды от блокнота Волгограда. И какими будут эти выходные, расскажу вам я, Анна Глебова. Зима возвращается, а мороз набирает силу. В пятницу, 11 марта, будет пасмурно. Днем синоптики обещают минус 4, ночью минус 5. В субботу, 12 марта, также сохранится устойчивый минус и пасмурная погода. Днем столбик термометра опустится до минус 6, ночью до минус 9. В воскресенье, 13 марта, переменная облачность, также значительное похолодание. Днем температура воздуха опустится до минус 7, ночью до минус 14 градусов. Остался без работы? Работа.Волгоград34 ждет тебя. Самые свежие актуальные вакансии тут. Специальный проект от блокнот Волгограда по поиску работы и сотрудников. Подписывайся. Ссылка в описании. Работа мечты ждет тебя. Несмотря на морозы, желаю вам жарких и насыщенных выходных. Пока-пока!